важное событие для участников акции, потому что это подчеркивает то, что их дело, оно оценивается. Наверное, сейчас такое время, когда все в гаджетах, все в интернете, все в каких-то телефонах, и вырвать из вот этой онлайн-среды в офлайн, и тем более, когда уже ковид отступил, конечно, это для молодежи событие. То есть это не просто, когда сидишь там в классе, на уроке, это какая-то реальность, какая-то привязка к территории, привязка к тому месту, где ты живешь, что начинаешь осознавать, где ты живешь, что вот эти люди, вот эта вот бабушка или эта дедушка, которые рядом приходили, а он несет в себе определенный, может быть, культурный след, либо исторический след, либо подвиг. Ежегодно в течение 8 лет проводим фестиваль «Старая военная пластинка». Он проходит в день 8 мая, когда у нас на шлюзе на Аллее памяти проходит митинг, посвященный 9 мая. И, соответственно, всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и жителей Советского района мы приглашаем на праздничный концерт, фестиваль, где дети, творческие коллективы, солисты, танцоры дарят свои номера.